хотелось бы обратиться к нашим жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил, наверное, здравого смысла при использовании каких-то пиротехнических изделий для того, чтобы не допустить беды в новогодние предстоящие праздники. Эти долгие 10 дней могут оказаться достаточно долгими и для пожарных, и для людей, которые попадут в беду. Очень осторожно относимся к электронагревательным приборам, к печному отоплению. Много людей поедет на свои дачи, поедут в деревенские дома, в которых не были с лета. Поэтому здесь очень аккуратно печное отопление, обогревательные приборы. Также с открытым огнем очень осторожно обращаемся. В последний месяц у нас очень много пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении. Поэтому эту тему тоже помним, она никуда не пропадает, к сожалению. Все причины пожаров остаются такие же, как и были много-много лет назад. Не забываем про электрические приборы, утюги, фены, электрические плиты, электрические плитки. Это все тоже требует особого внимания. Смотрите, чтобы оборудование было исправное, не перегружайте сети, ни в коем случае не пользуйтесь тройниками, так называемыми. В одну розетку включаем только один электропотребитель. Это тоже, так сказать, залог безопасности. Если у вас есть возможность, установите в своем доме, в своем помещении, где вы проживаете, автономный датчик противопожарный. Эта игрушка достаточно маленькая, она стоит очень дешево, порядка 300 рублей одна штучка, но она может спасти человеческие жизни. Просто при обнаружении дыма, при наличии дыма в помещении, она будет издавать неприятные звуковые сигналы, что просто может спасти вашу жизнь. Давно уже всеми учеными доказано, что человек от запаха не просыпается. Вам могут сниться любые сны, но проснуться вы не проснетесь. Поэтому для того, чтобы вам проснуться, для того, чтобы что-то вас разбудило, необходим какой-то внешний раздражитель. Вот этот вот неприятный звуковой сигнал может как раз являться таким внешним раздражителем, который вас разбудит на ранней стадии возникновения пожара, тем самым спасет жизнь вам, вашим близким, ну и вообще вашим окружающим, потому что, к сожалению, пожар – это достаточно объемная беда. Если пожар происходит в одном помещении, в одном строении, как правило, одним помещением-строением дело не ограничивается. Как правило, страдают соседние квартиры, соседние дома, и это уже также проверено временем, это уже доказано.